Сдавать ЕГЭ по основным предметам выпускные классы начнут с 25 мая, а заявки по дополнительным предметам уже приняты. Но для тех, кому только предстоит определиться с выбором экзаменов на будущий год, сегодня в Краснодаре прошла выставка учебных заведений. В Олимпе собрались представители почти 40 вузов и СУЗов. В течение дня они отвечали на вопросы будущих абитуриентов. Больше всего молодежь волнует предстоящие госэкзамены. В рамках выставки также провели тренинги по профориентации, и все желающие могли пройти тест на выбор будущей специальности.